показать класс. Футболисты самарской команды «Крылья Советов» могут не только на футбольном поле с мячом, но и в обычном дворе с граблями. Здесь субботник выдался не только спортивным, но и международным. Звезды спорта с граблями в руках – картина непривычная. Футболисту из Сербии Милану Родичу идея выйти на уборку города понравилась. В стране на Балканах такой практики нет. И русская традиция футбольному легионеру пришлась по нраву. Конечно, надо делать, граждане, это чтобы город был чист и чтобы природа могла просто расти потом. Если грязно, ну, вот эта природа не будет. Самарские футболисты не только ногами умеют работать. Белоручками их не назовешь. Помогать природе Милан принялся прямо во дворе. Бензопилой обрезал сухие ветки деревьев. Пример кумиров заразителен. Вместе с футболистом порядок во дворе наводили молодые болельщики. Помочь, чтобы сделать Самару чистой. Пришел, помог и сфотографировал с ним же. Жители ближайших домов не остались в стороне. Возрождение традиции субботников воспринимают на ура. Я выходила первый раз, у меня был еще ребенок маленький. Потом что-то не выходили. Просто, собственно, никто не организовывал, если честно сказать. Ну, вообще-то надо выходить. И если бы все вышли, больше бы, и мы быстрее бы сделали. И, наверное, уже каждый бы больше дорожил бы этой чистотой и не бросал бы мусор. Конечно, от уборки отвлекались, чтобы сделать фото с футболистом и взять автограф защитника «Крыльев». Но всего час времени пара десятков мешков собранной листвы и мусора, и двор буквально сияет чистотой. Можно и отдохнуть по-спортивному. На площадке небольшой мастер-класс от футболиста и состязания среди парней по чеканке мяча. Победителю приз – мяч с автографами игроков «Крыльев». А всем участникам в подарок билеты на матчи команды и на концерт российских звезд эстрады на площади Куйбышева 22 апреля. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.